Ищите главное горячее блюдо для праздничного стола, попробуйте запечь аппетитную, ароматную и невероятно вкусную курочку с интересной сладковатой начинкой. Это действительно потрясающе. Перед вами классный вариант, как приготовить курицу, фаршированную рисом и сухофруктами, с насыщенным цитрусовым ароматом. Это очень удобный рецепт, ведь к столу подается горячее уже вместе с гарниром. Рис в процессе запекания пропитывается мясными соками и получается удивительно вкусным. Что касается сухофруктов, то вы можете использовать абсолютно все, что вам по душе: курагу, изюм, чернослив, инжир. Курица – 1 штука. Рис – 1 столовый кон. Сливочное масло – 20 грамм. Сухофрукты – 100 грамм. Цедра апельсина – 1 чайная ложка, плюс сок. Мед – 1 чайная ложка. Соль, перец, специи – по вкусу. Количество порций – 8-10. 1. Курицу вымойте, обсушите, натрите солью и специями по вкусу. Сухофрукты промойте и залейте кипятком на несколько минут. А после обсушите. Рис отварите в подсоленной воде до полуготовности. 2. К рису добавьте сливочное масло. 3. Цедру апельсина. 4. И сухофрукты. Все как следует перемешайте. Можно добавить щепотку перца или зелень по вкусу. 5. Аккуратно нафаршируйте курочку начинкой. 6. Свяжите ножки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, накрыв фольгой. Примерно через часик фольгу аккуратно снимите. Выжмите немного сока апельсина и перемешайте с медом. Смажьте получившейся смесью курочку и запекайте до готовности. Приятного аппетита!